Хлоргексидин – химический антисептик, заслуживший внимание и уважение за последние 60 лет применения. Он входит в состав различных форм выпуска стоматологических препаратов и применяется как на приеме, так и после. Обладает мощным антисептическим действием за счет осмотического изменения осмотического давления и удаления влаги из бактериальной клетки. Он обладает мощным антисептическим действием. Привыкание к нему возникает достаточно медленно, поэтому возможно его применение до 2, максимум 3 недель в концентрации 0,12 или 0,2%. Дигидрокверцетин, ему отведено особое внимание. Это уникальный растительный компонент, который относится к П-активным веществам. Это производные витамина П, рутина. В этой же группе находятся кверцетин и дигидрокверцетин. Их биологическая активность мультинаправленная. Он обладает антиоксидантным, антигипоксантным действием, репаративным и регенерирующим. Он останавливает все процессы перекисного окисления липидов, препятствуя образованию свободных радикалов, которые действуют травматически на клеточные структуры и клетки-мишени. Фармакологические эффекты дигидрокверцетина можно перечислять до бесконечности. Имеется на сегодня достаточно мощная научная база, которую вы увидите в конце данного видео. Все источники, которые мы обработали для создания данного ролика, они будут перечислены и открыты к использованию, поэтому, пожалуйста, обращайте на них внимание. Антиоксидантная активность дигидрокверцетина доказано давно и исследуется и по сей день. Две независимые лаборатории, например, за период 2008-2009 год подтвердили, что дигидрокверцетин превосходит стандарт. Это комбинация витамина Е и витамина С в 11 раз, что является достаточно мощным показателем, поэтому его свойства, ну, еще, скажем так, раскрыты не до конца и будут в будущем наверняка еще более новые и интересные научные данные. Ментол и эвгенол, как компоненты эфирных масел, используются здесь для создания слабого антисептического действия, местно анестезирующего и местно раздражающего, отвлекающего действия. Поскольку мы рекомендуем те формы выпусков, состав которых входит ментол и эвгенол, хранить в холодильнике, чтобы они обладали легким охлаждающим и анестезирующим действием. Вот такой богатый комплекс растений и растительных компонентов входит в состав всех форм выпуска средств Фитодент. Это эликсир водно-спиртовой экстракт, это ополаскиватель, это водный раствор. Два вида масел с хлорофиллом и с каротиноидами из хвои. И уникальные продукты марки Фитодент Периогель. Это гели, которые ускоряют заживление в полости рта и способствуют уходу, а также применяются при различных нежелательных состояниях. Недостаточно быстро купируют их. Поэтому мы называем продукцию Фитодент химический элемент регенерации. Поскольку уникальный комплекс, входящий в состав, поэтому работы по изысканию, получению новых составов, разработке композиций, технологии основ для наших средств, а также комбинация и технологии введения различных компонентов в состав средств – это отдельное направление, которым мы заняты последние 7 лет. Поэтому нам хочется производить качественную, уникальную продукцию, которая обладает мультинаправленным действием и может применяться при различных состояниях как в рамках клинического приема, так и для использования после него. Список источников литературы составляют научные статьи и публикации за последние несколько лет, наиболее важные и значимые. Здесь указаны как источники, так и электронные ресурсы их происхождения, а также показатели международных классификаторов научной литературы. Мы постарались собрать для данного видео большое количество различных источников, отечественных и зарубежных, которые бы носили фундаментальный характер и давали подробную и точную информацию о механизмах, свойствах действия, областях применения уже действующих композициях и препаратах, которые подтверждают наши собственные разработки и идут в ногу со временем.
Поэтому по каждому из компонентов вы найдете здесь уникальную базу информации, литературы. Это патенты, это научные публикации, это полные диссертации или их авторефераты. Что приятно, направление растительных компонентов и комбинации из них имеет достаточно важное значение в мировой практике и в отечественной в том числе. И мы, как активные участники, также стараемся максимально исследовать свойства и компонентов, и средств, высвобождение этих компонентов, сравнивать их между собой, делать подробные сравнительные исследования –